ж, милые дамы и господа, а мы продолжаем наши эксперименты. И вот для следующего задания нам потребуется доброволец. Ну, наверное, доброволец все-таки должен быть из мужчин, правильно? Все-таки женский день, женщины должны отдыхать. Я даже вижу уже одного, вот этот кучерявый юноша, который переминается с ноги на ногу за кулисами. Серега Рябой, давай, выходи к нам сюда. Аплодисменты давайте. Аплодисменты. Значит, сразу предупреждаю, все, что сейчас будет происходить здесь на сцене, это абсолютно экспромт. Итак, Артур, реквизит, пожалуйста. Серег, смотри, вот это среднестатистическая сумочка женская. А как известно, в женскую сумочку может поместиться ангар Министерства обороны. Вот, поэтому сейчас мы проверим, насколько развита интуиция у Сергея. Итак, Серег, как ты думаешь, вот что лежит в этой сумочке? Вот первая попытка, давай. Вот прям губная помада. Губная помада. Ну, почти, ты прав. В женской сумочке лежит вторая женская сумочка, потому что она всегда может пригодиться, когда что-то не поместилось в первую женскую сумочку, правильно? Логично. Вот. Хорошо, вторая попытка. Давай упростим, наверное, задачу, да? Вот в этой сумочке что может лежать? Ну, не знаю, там расческа, что там с собой носит. Расческа. Опять не угадал? Батон, который всегда пригодится, чтобы накормить ужином дома мужика. Ну и давай самый последний вариант, вот, сразу предупреждаю, это может быть что угодно, просто выключай мозги, потому что это женская сумочка, это женская логика, там вообще непонятно, что это. Сапоги. Сапоги. Ты опять, наверное, не угадал, что там, Артур, что это? Что это? Что это? Это тостер? Ну это женская сумочка, там, в принципе, правильно, что угодно может быть. Ну ладно, Серег, с интуицией у тебя не очень, но зато с вокалом очень, даже очень. Поэтому давайте поприветствуем Сергея Рябова, и он подарит вам свою еще одну прекрасную песню. Для вас, милые дамы. Вижу я отраженный мир, вижу тебя в глазах твоих. Но не могу я понять никак, что тебя может отразить, что тебя может поразить. И расскажи мне все свои желания, все свои земные мечты, чтоб я поверил, что со мной земная женщина красивая ты. Yeah.
Спасибо большое.